томов своих рукописей. Я его накормила, кое-что дала из одежды, но правда сказала, что у нас приютить не могу. Простите, не могу. За ним надо ухаживать. Он хуже маленького ребенка. Я поселила его на Мясницкого, одного художника, будем помогать. Оказывать помощь по мере возможности. Ну что ты к нам перестал ходить обедать? Ты его обидела? Что? Кто? Откуда я знаю? Полиция и все. Ты, кстати, обещал его издать. Издал? Нет. Чудак. Да Хлебников голодает, у него опухшее, отекшее лицо от голода. Давайте вы еще будете орать. Жалко? А вы возьмите его к себе. Возьмите, возьмите. И ухаживайте за ним. И любите, как я. Володя. Тяжело. Сейчас всем тяжело.